Первое испытание второго этапа – квест на время. Единственное условие, поставленное девушкам – добраться до финиша в более-менее потребном виде. Сейчас девчонки чистые, но без косметики. Но то ли еще будет. Проехать на новеньком Рено автодром школы «Аспект Авто» на первый взгляд кажется несложно. Но обратите внимание, колеса-то на машинке нет, да и сотрудник ГИБДД в кустах притаился. Итак, для первой команды время пошло. Ксения Мартынова, 21 год, как настоящая львица, часто чувствует сильное притяжение к противоположному полу, однако предпочитает не любить, а быть любимой. Поэтому ревностно за собой следит и часто ходит по дорогим магазинам. Недавно в торговом центре не заметила стеклянную дверь и разбила нос. Девочки, пристегивайте сразу. Александра Горбуль, 21 год, как любой стрелец, прямолинейно, оптимистично и отважно. Гордится своими друзьями, домом и происхождением, поэтому Саше до сих пор стыдно вспоминать о том, как однажды в порыве гнева она ругалась трехэтажным матом при маме. Потихонечку, потихонечку. Не торопись. Давай. ДПС. Шапка были для вас Юрия Витальевна. Юрия Витальевна. Документики предъявляем. Дома оставила. Лена, надо дальше ехать, девочки, давайте. Давайте как-нибудь решим этот вопрос. Где, возьмите? Нет, давайте мы сейчас проведем осмотр вашего автомобиля, а потом посчитаем. Нет, ну мы очень... Выйдите из машины, выйдите из машины. Вы, я смотрю, еще и пьяная. Так, давайте, багажник открывайте еще. Багажник вас проверим. Помоги мне, женщина! Это что? Это муж мой, мне вчера машину подарил. Ты че, я шубу искала полдня, хотела одеть, ты че? Я так понимаю, что придется как-то договариваться. Вот он, походу, правда пьян. Это не снимаем мы ничего. О, вот уже хорошо. Все нормально. Все, Юлия Витальевна, спасибо, удачи. Счастливого пути, дамы. Садись, муж. Дома разберемся. Она сейчас в любую сторону. Вам, пожалуйста, для следующего задания поможет. Спасибо. Держите. Куда дальше? Погнали дальше. А вот так прямо и налево поедем. Айда, девчонки, айда, молодцы. Дротики у ГИБДДшника все-таки выцыганили. Девчата, правда, еще не в курсе, зачем вообще эти дротики. А им сейчас вот этот мужик в красном за каждый сбитый шар косметику выдавать станет. Чем больше дырявых шаров, тем выше вероятность нанести качественный марафет на змейке. Давай, родной. Анастасия Ильишенко, 20 лет, близнецы. Натура двойственная и загадочная. Ее друзья до сих пор гадают, зачем обычно тихая и спокойная Настя в свой день рождения взгромоздилась на праздничный стол и нырнула с него щучкой. А уже все распечатано, сразу посмотрите. Девочки, а меня кто будет красить? Мы тебя накрасим перед этим прямо. Где? А что бояться? Так, мягче едь. Поехали аккуратненько, сейчас левее сюда отберем. Ага. Да, вот сюда. Это змейка, да? Да, 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 сейчас. А почему машина такая тихонько, большая? Тихонько, тихонько. Я брюхо. И поехали вправо, давай. Крути, крути, давай, 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 давай. Смотри, крути, давай. Еще, 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 еще. Еще давай, давай. Вон еще. Ну, вот к ним подъезжай. Можно задавить? Не, зачем? Зачем? Посадят. Ура! Ваше время 18 минут 13 секунд. Офигеть! ГИБДД предупреждает, уважаемые водители, предъявляйте бумажник в раскрытом виде.
вторая команда, время пошло. Стоп, а где третья участница, та, что с правами? Заболела? Ну и кто колесо привинчивать будет? Кто за руль вообще сядет? Приехали. Да вот же он, падки на жаркие женские целованты, инструктор автошколы «Аспект Авто». Ты его в щечку, а он за тебя хоть в огонь, хоть в воду, хоть в Рено полезет. Ну, поехали потихонечку, помаленечку. А ты что, здесь надо ездить? Да. Вы так хорошо чините колеса, вы, наверное, так же водите. Ну, всякое бывает. Ох, инспектор стоит. Девчонки, а у меня документов нету. Да, приехали. Документики прошу. Ох, а документики. Выходите из машины. Нету. Выходите. А документов-то у нас и нету. А куда делись документы? Да не знаю, как-то нежданно, негаданно. Поехали, так. И вы тут стоите. А девушки-то совершеннолетние у вас на заднем сиденье сидят? Мы же вообще друзья, как бы очень долго уже. А, друзья, конечно. Да. Все понятно с вами. Я не знаю, как вы просто сейчас будете рассчитываться со мной. Это как бы мне вообще непонятно. У вас уже столько всяких разных недочетов, так что я не уверена, что вы поедете дальше. Ну, давайте посмотрим багажник. Может, договоримся как-нибудь? Открывайте уже. Отпустите меня! Ой, наша подруга! Они меня возят уже второй день. День рождения, как бы, долгий праздник. День просто рождения связать, у меня отмечали, зимой. Отмечали день рождения. Марина Андреева, 18 лет, любит лето за яркость красок и вкус малины. Считает себя миловидной, но слегка неуклюжей. Однажды парень бросил ее за то, что на свидание она поскользнулась и разбила колени. А он просто уже все забыл, он отмечался, да. Так, что уже вот у него белочки прыгают. А вот чье это сокровище вообще? А это тоже наш друг. Я пойду. Можно? Нет. Отпустите. Хорошо. Все понятно, девочки. Давайте договариваться. Время идет. Ну что ж, вот. Быстрее, да погнали. Ну, конечно, не бог весть что, ну да ладно. Счастливого пути. Ну все, отмазали. Сейчас дальше поедем. Там еще будет, да? А? Там еще что-то? Да, сейчас еще поедем. Вы хотите приехать по финишу? Красиво? Конечно, да. Вот вам очередное испытание. Вам. Кристина Пестерева, 18 лет, не переносит предательства со стороны близких, но, как любой водолей, обладает не очень хорошей памятью и быстро забывает обиды. Считает, что ноги должны быть чистыми и готова объяснить это даже администратору ресторана, в раковине которого она терла пятки. И вам. Так. До финиша вы должны максимально ярко накрашенными доехать. Окей. Вперед садитесь кто-нибудь, там же зеркало есть, можете накрасить. А водитель. Ох, водителя накрасить? Водителя еще накрасить. Ваше время 14 минут 16 секунд. Выходим из машины. Это плохо? Женщина за рулем – это то существо, которое застревает в пробке, которой бы не было, если бы ее там не было.